привет! Сегодня с вами будем готовить закуску или полноценный завтрак. Это будет очень вкусно, быстро, диетично и удобно. Итак, нам понадобится творожный сыр, консервированный лосось, зелень, хлеб или хлебцы, смотря что вы кушаете. Кстати, при снижении веса я рекомендую употреблять именно вот эти хлебцы, потому что они без глютена, без дрожжей и без сахара. Итак, готовим. Итак, выкладываем рыбу в глубокую емкость. И хорошо мясо разминаем. К рыбе добавляем часть творожного сыра. И все перемешиваем до однородной массы. Мелко нарезаем зелень. И добавляем в нашу рыбку. Перемешиваем. На хлебцы можно сразу наносить творожно-рыбную пасту, а вот на хлеб будет вкусно его сначала поджарить, либо на гриле, либо в тостере, либо просто на сковороде. Вот такие зажаристые хрустящие брускеты у меня получились. И теперь наносим пасту. Украшаем зеленью. И вкусный, быстрый, полезный завтрак готов. Вот у вас белки, жиры и углеводы. Все на одной тарелке.